удобнее было торговать на факеле, больше народу. Народу было удобно торговать на факеле, потому что там массив, многоэтажек большой, скопление народу большое, бабушкам было удобнее. Ярмарка здесь на старом городе не устраивает. На факел в Салиме была лучше. Там народу больше и проходимость больше. Конец базара, блядь. Профсоюз знаешь? Профсоюз.